Я вас приветствую, уважаемые зрители и подписчики канала ProGamer Television. С вами Revenant. Мы с вами заканчиваем проходить в Ad Whitemare 2 на сборке проект Brutality 3.0. Но с вами последний уровень, 30-й, под названием Operation Anti-Maidan. Серьезно? Ладно. Ух, нихуя себе. Тихо, блядь. Нихуя себе. Блядь, нахуй я вот это взял, а? Я же не хотел его брать. Блять, пиздец. Жопа какая-то происходит, блядь. Идите вы все нахуй. Уроды, блять. Я что-то ждал какой-нибудь коротенький уровень, блять, с иконой греха. А тут нихуя себе. Номерок какой выдали. Опять русские народные. Воскресный РТР. Нихуя себе. Нихуя себе. Что-то как-то совсем жирненько. Ладно. Я думал, это дверь. Но это оказалось не дверь. Подчищаем. Все, что можно подчистить. Блять, надоели. Мусор тут всякий ходит по крышам, блин. Идите все нахуй. Вместе со своими дружками. Ой, блядь. Пу-пу-пу. Это не опускается. Это тоже не опускается. Ничего не опускается. Не понимаю. Чё от меня хотят? Типа, чтобы я отсюда куда-то прыгнул или что? Нет, я не могу этого сделать. Я пока ничего не могу сделать. Стопэ. Мне с этой крыши надо как-то слезть. Явно. Как? Снимите меня отсюда. А, все. Все. А то я уже про кнопку забыл, про это чертово. О, бляха, муха. Нихуя себе. Труп. Подождите. Кони, блять, попридержите своих. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блять, тварина ты костлявая. Ладно, допустим. Глаз, какая музыка спокойная, просто пиздец. Вы уж определитесь. Либо тут игра гармонию любимая играет, либо я тут, не знаю, всякие, блять, Adventure Time, я не знаю, с чем это сравнить просто. Блять, понеслась. Я их и проебал. Вообще не туда улетело все. Ух ты, ё. Подождите. Я сначала сделаю вот так, а теперь можно. Да, я знаю, это Супермен, заткнись нахуй. Некогда языком трепать. На, кстати, еще одна такая заметное отличие вот этой версии старенькой от текущей. То, что тут добавили просто дикий селф-дамаг от экскаватора. Если ты в радиусе взрыва своего снаряда, тебя просто распидорасит в клочья.
Так что надо будет впредь думать теперь, если ты захочешь в упор из него выстрелить. Что за... Ты еще живой, что ли? Итак. Я хочу вот это взять. Черт его знает, что я делаю. Ясно. Что ни хера не ясно. Куда идем мы с пятачком? Ух, блять, спасибо. Нихуя себе. Ах ты пидор костлявый, откуда ты стрелял? Вот чмошник, а. Ах ты тварь, нихуя себе мне прилетело. Мощно, мощно. Так, ладно. У, блядь. Нихуя себе вас там. Ай, блядь. Ебусь эти плазмоболы ваши. Говно тут всякое мне кидают. Уебаны. Так, полный пулемет, да? Ну, постреляем, хуля. Сейчас, блядь, вылезут. Ну, конечно. Пошел ты нахер. Да ты, блядь, охуел. Успокойся. Успокойся, я сказал. Да что это за мудак, а? Пиздец, у меня слов нет, блядь. Ой, бля. О-о-о-о! Заебись. Все было заебись. Это, блядь, пизду. Охуенно. Ладно. Как-то так. Ну так даже лучше получилось. Здоровье больше сэкономил. Так, а тебе надо заранее жопу приготовить. Чтобы подставлять как надо. Пошли вы все нахуй. Ничего не знаю. Я обязательно выживу. О, подтормаживает. Блять, блять. Вылез. Утырок. Так, во. Нас прям ведут туда, куда надо. Так, я хочу взять вот это. Дайте мне пострелять с этого минигана, вы задолбали. Ой, блядь. Не дают. Демоны. Просто не дают пострелять с минигана, блядь. Заебумба. На нахуй. Педики костлявые. Какого черта тут одни драугры, а? Блять, ну почему? Ух, ебать! Нихуя себе! Не-н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 е.
гандон. Ой, блядь. Ой, блядь. Как же вас тут дохера. Хуй ты угадал. Нет, нет, не бери это. Не надо. Бяку брать. С ней бегать неудобно. Итак. Что мы делаем дальше? Добрый вечер. И вам, то, и вам того же. Что за хуйня? Где? Ага. Ой, там собак много. И они огрызаются. Мне вниз падает, да? Да походу. Пошли все нахер. Черти, блядь. Пу-пу-пу. Блядь, сохраняется переказом телепортом, блядь. В какой еще игре можно до такого додуматься, блядь? Заебись. Ладно, не хотите по-хорошему, будем по-плохому, блядь. Отсосите, господа. В рот я вас всех ебал. Так. Ступеньки. Еще один телепорт, ну конечно. Из одной жопы в другую. Вперед. Не дергайтесь, пожалуйста, попасть сложно. Ух ты, блять. Так, что у меня еще есть? Прям стою, как какой-то сраный гурман, блядь, выбираю, из чего бы сегодня пострелять. Хули ты там? Пиу-пиу. О, ясно. Да, блядь, ну и уровень, конечно. Так, ну с тобой разговор должен быть коротким. Вот именно вот так, примерно вот такой. Блять, ты сюда приперся, придурок. Слышь, ты умрешь или нет, а? В конце-то концов. Да япона мать. Сука доставучая. Да сюда. Ой, блять. Мне что-то не нравится это все. Пиздец. Пойду-ка нахер отсюда. Пока не угробили. Ай, блядь. Нахуй с пляжа. Ублюдки дреснявые. Это говно долго за мной будет летать, а в конце-то концов. Еще броник. Да, знаешь, как пока не хочется. Не стоит того. Так, сейчас еще какой-то дом опущу, не? Не. Просто какой-то мудак за воротами стоит. Ой, блядь. Нихуя там какая-то дискотека. Там целый паркхаус, блядь.
Happy New... А, с Новым годом. Я вон вижу, какой там Новый год, блять, ходит. Ёбаный в рот. Нихуя себе. Ладно, я вас... Я всё понял. Тут, блядь, реально здравствуй, жопа, Новый год. Ой, блядь. Все, привет, просадки кадров, блять. Так, все, пиздец, походу, проебал момент. Тут надо как-то сейчас аккуратнее все это реализовать, чтобы мне кадры в ноль не упали. Закрылось. Бля. Так, допустим. Я, пожалуй, на единичке сохраню, если никто не против. Я не знаю, как оно дальше сейчас все пойдет. Это что меня так ёбнуло? Блять, это пиздец. Как это называется? Это называется пиздец. Они, блядь, спавнятся и спавнятся. Да что за сука, ты посмотри, какая тварь, а? Ебучие собаки. Блять, настырная сука. Не, нихуя. Нихуя себе. Дали просраться. Блять, тут, ну тут только так. Иначе мне жопа. Мне, блять, хотя бы не так жопа, конечно. Слышь, лазер, перестань убивать меня. Зачем ты убиваешь меня? Так. So far, so good. Путь угадал, черт. Так, надо экватор урона взять. Прям срочно. Вот что бы я делал вот без этой залупы? Я бы этот уровень проходил, блядь, 3 часа, наверное. А так, всего минут 30 уйдет. Ой, блядь. Нихуя в себе. Какие там делегации. Ой, блядь. Тихо. Ебическая сила. Вот это там залп говна за мной полетел. Пропустите, блядь. Куда-нибудь. Мансилова, бля, как на индийских дорогах, я не знаю, или там на вьетнамских, блядь. Каждое транспортное средство живет своей жизнью.
и при этом никто ни в кого не врезается. Да пошли вы в жопу. Надо бы по фасу сейчас реализовать квад дэмэдж. Вот по этим додикам, блять. Пока дают. Пошел ты в жопу, черт. Я так понимаю, что это полбеды, конечно. Тут врагов только половина убита. И мне это совершенно не нравится. Че тут от слова совсем? Так, что я хоть открыл-то? Объясните мне кто-нибудь. Нет, не это. Так, вот это что такое? Это и вообще ничего. Это херня какая-то. А, ступеньки. Ну, допустим. О, Black Hole. Так. Эх ты ж, блядь. Жить. Нихуя себе тут ёлочка, блядь. Давай. Пожалуйста, хватит стрелять, блядь. Нихуя ж не видно. И... Ой, блядь. Ну это пиздец, это просто, блять, какой-то пиздец. Кто вот это... Не, ну я понимаю, что это все придумал для классического Дума. Но я просто, блять, нихуя не вижу. Это какой-то идиотизм просто. Давай, блядь. Так, тормоза хотя бы спали. Там все дело в киберпаладинах. Нахуй, получил в таблетку. Мансить! Я должен мансить. Ебануться. Уберите нахуй скелетов, а? От них, сука, куча проблем. Блять, охуеть можно. Я в ахуе. Как вот это сейчас убивает то, что там нарожало? Вся эта авиация, блять, стратегическая. Я понятия не имею. Ну как-то так. А ну хорош, блядь. Как же вы меня заебали, тупые ублюдки.
тут до хера, боже мой. Так, у меня пока невыязвимость. Надо пользоваться моментом. Не все инкубатор отпиздить. Завали, ебало. Нихуя себе, здравствуй, жопа, Новый год. Вы еще не закончились? А может, хватит, а? Пожалуйста. Я устал вас убивать. Блядище такая. Пиздец. Ну, зато это почти все. Что я могу сказать? Главное слово почти. Я пока не хочу никаких лишних действий нажимать, потому что мало ли что я тут активирую. Еще больше геморрой на свою голову.